Так, народ, у нас прошел брифинг, сейчас будет тренировка. А есть кто-нибудь с Питера едет? Мне надо забрать там наклейки кое-какие, привезти сюда. С Питера, прием, с Питера, прием, прием, прием. Итак, ребята, сила Инстаграма сработала. Все, что надо, приедет. Я сижу в тачке, жду сейчас настройщика. Поедем по-мокрому настраиваться. Чисто на ручниках, в тормоз, на четвертый. Оу. Тренируемся, настройку произвели, лупим. Покажу вам обратную часть трассы. Смотрите, спуск, длинный, длинный спуск. Так, специалисты по 35-м кузовам, давайте-ка это самое, мобилизация. Смотрите, какая ситуация. Вот у меня стандартные пружины. Вот мне какой-то красавчик присылал вот такие пружины силовые. Пожестче они получаются. Вот, я хочу их поставить, но тут есть вариант, что мне кажется, они отвалятся от тачки. Потому что стандартная пружина вот такая. А это вот такая елочка. Какие рекомендации? Ставить, нет? Кто там шарит по 35-м кузовам? Ребята, ситуация вышла из-под контроля, открылся капот. Зачем он открылся, непонятно. Так, народ, что там у нас по лобовым стеклам на стеджу 35-ю? Ну-ка, давайте по Питеру. Стекло по минусу, алло, что там? Все нормально, все под контроль. Специалист, а, кстати, капот и рестайл, до рестайл оптика одинаковые же, наверное, да? Короче, капот надо будет когда-нибудь потом. Крылья вроде были у меня. А специалисты работают, работы ведутся. Работают профессионалы. От слова анал. Вот так вот, чтобы ни в одном месте струна грелась. Вот. Батя Федя решает еще вопрос. Так, ребята, команда «Московский спорт» в огне. Стекло везут, стекло уже вырезали. Герметик есть, там праймер есть, все есть, вклеимся. Завтра будем замки застегивать еще сильнее и хомутами дублировать. Потому что замки были закрыты 100%, но, видимо, они от таких ходов открылись, потому что я три проезда силовых боевых проехал, только на четвертом на разгоне открылся капот. Ну, есть свидетели, камеры, что все было закрыто. Так что давайте, на связях. Короче, без гарантии, Лёва. Ну, гарантия до ворот? Сам знаешь. Федя, что скажешь? Это стекло чище, чем то? Это прекрасное стекло. Питерское. 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 У тебя есть кусочек Питера в машине. Оно играет всегда. Потому что там большой хвостик. Скотч. Скотч вон же. Вот этот скотч. Ну да, скотч, вон он. Не, потому что присоски старые могут.